Так, портландский Rose Garden. Какая красота. Вот такие красивые тоже. Необычные такие цветы. Всякие розы. Женька снимает тоже. Так, 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 так. Идем смотреть. Это как лаборатория. Здесь новые сорта выводят. Что-то я с обратной стороны попала. Ой, пахнут, пахнут, как пахнут. Сентябрь. Уже близится к концу, можно сказать, сентябрь. Сегодня у нас что? 17 или 18? 17 воскресенье. Какая роза красивая. Какая красота. Обалдеть. Какие розы. Красивая. Мы давненько сюда собирались. Но никак, никак. Никак не могли. И вот попали. Так, идем снимать эти розовые розы. Ой, красота какая. Пахнут, пахнут. Ой, как пахнут красиво. А вот какая роза изумительная. Как ее не снять, как на картинке. Там красные, какие розы. Какие красивые, бархатные. Смотри, какая красота. Обалдеть. Розы как маки. Какие лиловые. Розовые розы, очень крупные, красивые какие, какие красивые. Женя, не получается круглый год, да? А? Круглый год здесь что-то есть, какие-то розы, да? Ну, нет. Ну, может быть, только зимой нету. У тебя желтые розы какие. Какая красота. Питомник розовый. Those are my two favorite colors because it looks so good together. Термокластеры. А вот уже многоцветная. Светло-розовая с темной розовой. Какой.
just past the cat. Oh, yeah. There are some, well, like this one, too. This variegated one is wild. It's like candy cane. Yeah. I think we lost the Goyos or that away. What is that? A whole garden with a quote about Shakespeare Rose. But we haven't signed it. Well, there's a whole other section over there, too. Say, Janine, if you're chilly, I've got a windbreaker in the car. Yeah, I have a jacket in the car, too. I was thinking about it, but I there are so many different kinds of roses, and you breed them to get the right ones, and that's like... Look, I can't. It's totally based on exactly the process that was followed here. I'm going to eat them now. I believe everything here is A, and we have to go down the hill to get the other letters. I love this one. Yeah, these guys. Beckling on me. Look at Ollie. Ollie. Пионы. Ой, какие. Их прямо хочется съесть. Они как будто кремовые розы, которые на торт, да, такие, из сладкого крема. Такие красивые. Старички едут. Ну, старенькие люди ходят тоже. Что? Старенькие люди ходят сюда тоже. Это ж такая красота необыкновенная. Такое сокровище у нас в Портленде. Да? Да. Необыкновенная просто. Надо хоть раз в год посещать это место. Хоть раз в год надо же посещать это место. Целый питомник. Какая красота. Куда ни посмотри, розы. Кластер. Съесть их хочется, как будто они на торте. Сливочные розы. Людей полно. А вот какие-то удивительные. Ну-ка мы залезем сюда, посмотрим. Крупные эти, прям крупные такие, да? Возящие такие, здоровенные, какая красавица. Целые кластеры, а вот какие, обалдеть. Ой, как она пахнет.
Боже ты мой, она пахнет чаем. Это чайная роза. Чайная потрясающая роза. Аромат на километр. А вот какая красавица. Тут тоже многоцветная. Интересные такие. So beautiful. Женя, там что? Там тоже какие-то сорта интересные, да? Ух ты! Я такие пахучие шифтан. Нашла, прямо да, настоящие есть. Чайные розы. Да, такие. Такие бело-желтые. Угу, пошли еще туда. Ой, тут есть куда ходить. Тут есть куда ходить. А есть еще розы на таких прямо кустах. Высоких. American Rose Society Miniature Rose Test Garden. Прям лаборатория здесь. Какая красота. Мне так нравится, когда у них целые кластеры, как букеты. А вот какие интересные цветы тоже. Не верится, что сентябрь у нас. Как лето здесь. Лето? Вот белые какие. Красота какая. Зефирные розочки. Хочется ее съесть.
Смотри, какое дерево розовое. Интересно, как сделано. Зефирки розовые. Зефирки из роз. Очень красиво. Пахнет, пахнет. Ой, аромат какой. Какой аромат. Сказочный. Вот какой интересный. Тут написано Gold Medal Rose Garden. Золотая медаль. Розовый сад. Пойдем туда. Газиба. Мы сейчас пойдем сюда смотреть. Там какой-то бассейн. Ой, какие белые красивые. Девочки, девочки азиатские, они знают, что надо в масках ходить. Better safe than sorry. Да? А вот какая красота, посмотри. Какие удивительные, какие высокие. Тут, видимо, был бассейник какой-то. Но сейчас он закрыт. Я смотрю, некоторые отцветают, а некоторые только еще бутонятся. Вот бутончик. Вот красная, красивая, бордовая. Недаром Портланд называют город роз. Отсюда уходить не хочется. Какая красота. Вон еще там сколько. Мы ж отказываемся от глютена. Зачем нам есть торт? Я просто говорю, роза похожа на украшение торта. Потому что она такой вкусный вид имеет. Потрясающая.
Одни пахнут больше, другие меньше, а третьи вообще не пахнут. Но вот те вот, там, где мы были в начале, там, конечно, аромат невероятный. Торт с чаем. Нижний сад. Там. Тут всякие папоротники. Ну, мы еще этот не обошли. Окей. Давай. Ой, какая красота. Обалдеть. Целый букет. Женя, иди сюда. Жень. Понюхай эти розы. Обалдеть, да? Какой сильнейший запах. Да, там почти ничего не цветет. Но... Где, где? Садик. Где? По соседству. А, по соседству? Там, да, сейчас пройдемся там тоже. Нет, там иногда цветет. А-а-а. Первый раз я вижу, что там было пусто. Ну, сентябрь, как ни крути. Это Шекспир Гарден. Такая интересная здесь. Полянка, такие растения, не очень тут цветет сейчас, дерево красивое, большое, папоротники, такой British Garden. Пальма. Здесь такое просто тихое такое private место. Тут, нет, наверное, читают Шекспира. Интересно, я никогда не видел, что тут читали Шекспира. Ну, уже называется Шекспир Гарден. Это солнечные часы. Ты знаешь, какие растения было? Я сейчас не вижу. Это трубы архангела. А, ну, может быть, они цветут какое-то время определенное. Выкорчевывали, поменяли. Фиги здесь не было. Какие папоротники большие. Интересные такие кусты. Там люди на травке сидят. Такое дерево роз. Thank you.
А вон какое дерево. И тебе прямо съесть хочется. Я их нюхаю. Ну, не все пахнут. Какие красивые. Другой какой-то запах. Те, которые пахучие. Красивые, конечно, но те, что вначале были пахучие, ароматные, вовсю. Арочки какие красивые, да? Там что люди уже прям и лежат, и сидят.